Вы стали настоящими друзьями Беларуси. Я это искренне говорю, не потому что вы присутствуете за этим столом. Вы перешагнули праздные предрассудки, которые были в свое время в отношении Беларуси, и выполнили невыполнимые. Когда вы пообещали поработать над тем, что это событие, сегодняшнее, завтрашнее, этот гигантский матч между Штатами и Европой у нас в Беларуси состоится, вы пообещали поработать. Я думал, ну, может быть, встречаясь со мной, вежливо сказали, но не верил, что это может произойти у нас в Беларуси. Вы знаете, принимать такое мероприятие – это честь для любой страны, тем более для нас. И, естественно, я понимаю, что я многим вам буду обязан впредь. И поверьте, что мы никогда не были большими должниками. Мы обязательно добром ответим на вашу заботу, прежде всего, по развитию легкой атлетики. Ну и самого главного, чем вы больше всего занимаетесь, господин Коу, это борьбой с допингом. Я также хочу поблагодарить и Федерацию легкой атлетики Европейскую, и Международную федерацию. Искренне хочу поблагодарить за то, что вы уделяете большое внимание Беларуси, в частности, подготовке тренерских кадров, подготовке судей. И на ваши советы по борьбе с допингом, ваши предложения по проведению крупных соревнований и участию беларусов в этих соревнованиях для нас бесценны. Господин Коу, господин Хансен, если вы рискнете когда-нибудь привести у нас или чемпионат Европы по легкой атлетике, или бриллиантовую лигу, этапы разных видов соревнований у нас, чемпионат мира, вы об этом не пожалеете. Но, Себастьян, я уже боюсь вас просить эти мероприятия, потому что вы и так для нас много сделали. Но если вдруг, знаете, что у вас тут хорошие и надежные друзья. Мы когда-то с вами обсуждали вопросы создания в Беларуси регионального центра по легкой атлетике. Вы знаете, что мы эту идею абсолютно поддерживаем и готовы начать работу хоть завтра. У нас для этого есть все необходимое. И последнее, я знаю, что в сентябре в Катаре выборы президента Международной федерации. Я хочу, чтобы вы знали, что у нас всего одна кандидатура, других нет. European Athletics. Спасибо всем. Спасибо. 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 Вот это можно есть. И Наташ хочется, и нам поесть шоколад. И изобретен как раз под спорт, под европейские игры. Все ручная работа. Сладкий, но без сахара. Это наши города. These are the cities of Belarus. Thank you. Кушайте на здоровье. Bon appétit. Thank you.